Ну что же, пора начать нашу трансляцию. Сейчас мы подождем, пока все присоединятся. Ох, такая система никель нету. Боже мой, как это устроить, чтобы она хорошо работала. Всем привет! Кто мне сердечки ставит? Ну-ка, покажитесь. Так, сейчас, секундочку. Я в Гонконге, кстати, ребята. О боже, что же мне делать? Как мне устроить, чтобы вам меня хорошо было видно? Вау, уже 71 человек. О боже. Класс. Вы в Монако. Супер. Очень рада. Сегодня первая трансляция, которую я веду одна, одинёшенька, без кучи народу вокруг. Вот, хотите, я вам свою комнату покажу? Смотрите. Это мой номер в отеле в Гонконге. Отель называется Paradise. Я на 15 этаже какого-то небоскреба. Вот ни за что не догадаетесь, сколько этот номер стоит. Кидайте, пожалуйста, ваши варианты в чатик. Как вы думаете, сколько денег стоит это восхитительное жилище? Оно примерно... 8 квадратных метров, и вот смотрите, вот это вот у меня тут телевизор есть, да, а вон там за стеночкой, и там еще душ с туалетом, то есть у меня номер с душем и с туалетом, 8 квадратных метров. Отличные варианты, 15 баксов, 30 долларов, 20 евро, 100 долларов, ну, 100 долларов я бы, наверное, себе не могла позволить, не знаю. Так, сейчас, я тут выстраиваю классную систему, чтобы мне вас видеть. Так, сейчас... Окей, держится. О, держится, супер. Чуть-чуть развернем. Этот номер, восхитительный номер, с видом на соседние здания, которые прямо вот впритык здесь, стоит 25 евро, дорогие друзья. Класс, вот такие в Гонконге цены, и, в общем-то, прикольный город, да, я вот смотрю, как тут жизнь идет. Я еще буду посты об этом писать. Почитаете, приколитесь. Удивительное место, вообще сумасшедшее какое-то место. Вот, но сегодня у нас речь не про это. Сегодня у нас речь про секс. Я предложила вам в соцсетях мне написать вопросы по поводу секса, но что-то все постеснялись, и никто там свои вопросы не задавал, поэтому, ну, буквально парочку только. Вот, поэтому мы сегодня будем все-таки с чатом. В прошлый раз там были всякие плохиши, которые ругались матом, орали и все остальное, но сегодня я их увижу и забаню, так и знаете. Вот, поэтому если кто-то будет безобразничать, всех с удовольствием забаню. Та-ра-ра. Вот, вы все знаете про секс, ну хорошо, вам тогда можно отключаться, что уж тут скажешь. Кто не все еще знает про секс, тем, пожалуйста, оставайтесь, а кто уже все знает, тем, наверное, делать нечего. Вот, давайте... Разберем вот одну историю. Написали в Инстаграме одну историю, девушка поделилась, и вы заодно тоже, ну, не знаю, напишите, что вы об этом думаете. Я вот, кстати, ваши вопросы тоже смотрю. Вот спрашиваете, вредно ли без секса. Ладно, вы за вопросы на самом деле припасайте, и когда я там отвечу про историю, я отвечу на ваши вопросы. Вот. Такая была, такая история, девушка поделилась. Молодой человек ухаживает около 2 недель и на днях напрямую говорит, что хочет секса. Постоянно вытягивает меня на эти разговоры в последние дни. Вообще он из тех людей, которые любят все проговаривать и обсуждать, а я более закрытый человек. И это мне дается с огромным трудом и с внутренним конфликтом. Комфортнее закрываться в свою ракушку и сидеть там. Меня это шокировало, мне кажется, что про секс не нужно говорить, им нужно заниматься. Это должно произойти само собой непринужденно. Человек мне приятен, но после разговора у меня внутри как-то отрезало. Складывается ощущение, что ему нужна только ради этого. Моя реакция нормальная или мои внутренние проблемы? Не могу разобраться. Окей. Представьте себе, какая история. Ну вот, кстати, давайте попробуем разложить ее по полочкам. Так, а вот тут уже, кстати, кандидаты на блокировку появляются. Супер! Сейчас нафиг всех заблокирую, ребята! Вы прямо напрашиваетесь у меня. Давайте разберемся в этой истории, что происходит, да?
Ой, мне кажется, сейчас много будет работы с блокировкой, ребят. Что происходит? То есть девушка пишет, что она интроверт, что ей сложно открываться, и у нее вот внутреннее неудобство возникает с тем, чтобы все проговаривать. Может быть, конечно, она от природы интроверт, и ей просто так неуютно и неудобно, а может быть, у нее есть внутренние блоки. И вот то, что она пишет дальше, в общем-то, напрямую указывает на то, что у нее большие психические сложности с собой, да? То есть она пишет, что ее разговор о сексе шокировал, и это заставило ее отгородиться от этого человека. Это, конечно, не очень прикольно. Вот. Дальше она пишет, что у нее как бы все обрубило, да? То есть если то, что что-то заставляет ее прекращать общаться с человеком, просто разговор какой-то, это уже тоже не очень здоровая тема. Вот. Ей хочется закрыться, спрятаться в свою ракушку. Это, конечно, тоже у каждого есть право на это делать. Ну, а если, например, она всю жизнь так будет делать, то что? Вот. И она может всю свою жизнь так провести, так и не открывшись никому, и не сможет построить нормальные отношения. Зачем тогда, в общем-то, этим заниматься? Вот. Ничего прикольного не получается, когда мы просто закрываемся и отказываемся обсуждать те темы, которые для нас важны. Поэтому лучше всего все-таки обсуждать и выяснять, а почему я дергаюсь? Почему мне неприятно? Вот. И почему, я не знаю, почему у меня стоит блок на разговор на сексуальности? Почему у меня возникают неприятные эмоции? То есть это явно показатель какого-то блока. Я бы на месте этой девушки сделала что? Я бы поговорила с этим молодым человеком и рассказала бы ему о своих чувствах. Я бы рассказала, что я вот ощущаю, что мне неприятно, когда ты давишь на меня, да, потому что она пишет, что он постоянно об этом разговаривает. Ну, это на самом деле психологическое давление, да. Если она при этом еще и не говорит ему, что ей неприятно, то он, скорее всего, об этом не догадывается и продолжает просто выводить ее на эти темы. То есть, ну, скажем так, девушка сама себе подкладывает большую свинью. Нужно просто рассказать, что она чувствует, и тогда ей будет проще разбираться с этим вопросом. Вот. И я бы на ее месте поговорила с молодым человеком, рассказала бы ему о своих чувствах, предложила бы, может быть, поработать на эту тему, да, то есть, если он хочет с ней заниматься сексом, то будь добр уж делить и все остальное. Что происходит в жизни. Вот и все. Вот такой вот у меня вариант работы с этой ситуацией. Перед началом трансляции прозвучал вопрос, вредно ли обходиться вообще без секса. Ну, скажем так, давайте начнем с того, что такое секс. Что такое секс? Ваши варианты. Давайте вы просто подумайте об этом сейчас. Не обязательно писать об этом в комментах. Вот. На самом деле, если вы зададите себе этот вопрос, у каждого будет совершенно свой вариант ответа на это. Вот, пишет, что секс — это обмен энергией. Ну, я, наверное, с этим вариантом соглашусь. На самом деле, секс — это и обмен энергией, и физический контакт, и физика, и химия, и способ поделиться эмоциями. Это выполняет, скажем так, и социальную функцию, да, почему бы и нет. То есть мы так социализируемся. Люди, которые не занимаются сексом, часто чувствуют себя как будто бы вне социума, им не очень уютно в таком положении, да, а кто-то уже с этим разобрался, ему по-всякому уютно. Я бы сказала так, что если отсутствие секса доставляет неудобства, то лучше, конечно, им начать заниматься, да, то есть если человек чувствует себя там каким-то ущербным, если он думает, что это плохо, что обязательно нужно заниматься сексом, нужно заниматься сексом хотя бы самим собой, для того, чтобы снимать вот это напряжение, вот, и если человек нормально себя чувствует, если человек может балансировать свою сексуальную энергию, направлять ее, например, в работу, в творчество, в спорт, в общение, куда угодно, тогда ему не обязательно заниматься сексом, вот. Ангелина спрашивает, нормально ли заниматься сексом в 16 лет. Ангелина, на самом деле не имеет значения, во сколько ты занимаешься сексом, больше имеет значение, как ты это делаешь. Если ты делаешь это осознанно, понимая, что и зачем ты делаешь, с кем ты это делаешь, если ты, скажем так, совершая какие-либо действия, можешь нести за них ответственность, ты можешь заниматься сексом в любом возрасте, даже если тебе 85.
представьте себе. Вот, а если ты не понимаешь, что ты делаешь, если ты идешь на поводу у каких-то социальных стереотипов, если ты делаешь это, например, для того, чтобы он тебя не бросил, надо ему дать, а то он уйдет, ну, тогда, конечно, лучше не заниматься сексом. Вот. Поэтому я считаю, что заниматься сексом или не заниматься вредно или не вредно, вопрос такого не стоит. Если вы не занимаетесь сексом и можете управлять своей сексуальной энергией, то есть специальные практики, которые позволяют управлять сексуальной энергией, вот, если вы так делаете, то вам никакого вреда не будет. А если вы не управляете своей сексуальной энергией, если у вас рвет крыша от отсутствия секса, и все мысли только об этом, лучше, конечно, им позаниматься. И тут, наверное, даже им можно позаниматься вполне себе в терапевтических целях. Вот так. Так, давайте я отвечу на ваши вопросы. Задайте, пожалуйста, вопросы мне в чатик. Можно не спрашивать меня по поводу того, будет ли грудь. Груди сегодня не будет. Кому хочется посмотреть на мою грудь, отправляйтесь ко мне в профиль ВКонтакте. Ее там вполне хватает на фотографиях. А кому нравится то, что он слышит, может поставить сердечко, потыкать в экран, чтобы было сердечко. А видела вопрос про азиатов в чате. Честно говоря, я с азиатами особо не занималась сексом, потому что все мои знакомые, которые им с азиатами занимались, мне крепко отсоветовали это делать. Они сказали, что у азиатов, в общем-то, как-то все не очень прикольно на эту тему. Вот. Спасибо, Наташа, за то, что хвалишь мой зен-арт. Он мне тоже нравится. Я как раз сегодня решила свои новые художественные навыки применить. Короче, ребята, не занимайтесь сексом с азиатами. Вот что я вам скажу. Мне кажется, что... Ну вот мы собирали статистику немножко по поводу размеров, например, и все сошлись на том, что у азиатов в целом половые органы меньше, чем у европейцев и, например, африканцев, а у африканцев они самые большие, вот, и получается, что, скажем так, азиаты достаточно часто просто меньше нас, а зачем, в общем-то, тогда с ними заниматься сексом? Не, ну если, конечно, большая любовь, и вы готовы там, или все-таки у него все в порядке с размерами, тогда можно попробовать, да, но если просто так ради фана, то, наверное, все-таки не надо заниматься сексом. Вот. И еще вопросы. Давайте в чатик. Вот, меня спрашивали, проститутка ли я. Нет, я не проститутка. Я не занимаюсь сексом за деньги. Во всяком случае, да, не занимаюсь. Я сейчас нахожусь в Гонконге, спрашивают, важен ли размер. Если честно, я считаю, что размер не имеет слишком такого большого значения, если, конечно, это не очень-очень маленький или очень-очень большой. Вот, то есть, если это очень-очень маленький, ну, понятно почему, да, просто слишком маленький. Если слишком большой, честно говоря, тоже ничего прикольного. Вот, мужчины думают, что чем больше, тем лучше. Поверьте, девушкам лучше, если член достаточно среднего размера, и при этом его обладатель умеет пользоваться не только членом, но и всем остальным, то есть всеми остальными своими причиндалевыми пальчиками, там, губами, языками и всяким таким. Вот. А на самом деле все зависит не от того, какого размера член мужчины, а от того, какого размера и члены мужчины, и влагалище у женщины. То есть бывают, например, очень маленькие влагалища, бывают среднего размера, а бывают очень большие. Бывают маленькие члены, бывают средние, а бывают большие. И если, например, мужчина с большим членом повстречает девушку с маленьким влагалищем, им будет не очень удобно заниматься сексом. И точно так же, если мужчина с маленьким членом повстречает женщину с большим влагалищем, им тоже будет неудобно. То есть у нас есть совместимость, как у партнеров, на самых разных уровнях, и на эмоциональном, и на ментальном, и на каком угодно. И точно так же бывает совместимость на тему половых органов. Вот. Спрашивают, сколько это большой, средний и все остальное. Ну, честно говоря, я не берусь судить. Вот. Ангелина спрашивает, какой идеальный возраст для интимной жизни? Я считаю, что идеальный возраст для интимной жизни – это такой, когда вы уже способны отвечать за свои поступки. Некоторым людям и в 30 лет рано заниматься сексом, а кому-то можно уже и в 15. Вот так. И еще вопрос в чат. А кому нравится... Ага, расскажи, пожалуйста, как женщинам освободиться от обиды через оргазм? Очень интересный вопрос. Спасибо большое.
На самом деле у очень многих женщин существует такая психическая, психологическая травма, когда они обижены на мужчин. Ну, неважно, за что они там обижены, чаще всего это родовая травма, на самом деле, ее женщины рода передают друг другу через поколение. То есть, если девушка обижена на мужчин, вот прям 100%, скорее всего, на них же обижена ее мама, и обижена бабушка, и все остальные женщины тоже были обижены. И, скорее всего, прям конкретно объективных причин на это нет. То есть просто передается вот этот вот формат отношения к мужчинам. Честно скажу, у меня тоже такое было, и мне пришлось это в себе исцелять. И на самом деле секс вполне можно использовать, ну, как и средство исцеления. То есть сексуальную энергию, которая получается во время секса, и который, в принципе, присутствует в нас всегда, жизненная сексуальная энергия, мы можем направлять ее и на работу, и на творчество, и на общение, и в том числе на исцеление. То есть, как это можно технически сделать? Когда вы, девушка, чувствуете наличие этой энергии в вашем теле, например, вы чувствуете возбуждение, тепло, какие-то очень интересные ощущения, вот, можно сознательно создавать у себя в голове позитивные аффирмации, то есть проговаривать всякие позитивные утверждения у себя в голове. Можно, например, проговаривать такое утверждение, что я доверяю мужчине, я чувствую себя с ним хорошо, он надежный, сильный, хороший, добрый человек, да? То есть вы чувствуете эти ощущения, проявление этой энергии и проговариваете вот эти вещи. По первости, на самом деле, когда девушка в первый раз так пробует, можно испытать много неприятных эмоций. То есть, ну не знаю, могут слезы пойти, какая-нибудь боль в теле возникнуть, может ощущение там, не знаю, тяжести в груди или еще что-то. Вот, и это совершенно нормально. Когда снимается блок, то, что он сдерживал, выходит наружу. И, ну, могут быть реально такие ощущения. В этом нет ничего страшного. Если хочется плакать, можно проплакать это. Если ощущается боль, не нужно от нее закрываться, можно просто ее продышать, то есть выдыхать ее, прямо вот дышать через открытый рот, вот так вот, и выдыхать любое неприятное ощущение. Вот. И тогда можно снять блок и на мужчину, и на все, что хотите, да, то есть можно использовать оргазм, использовать сексуальную энергию для исцеления чего угодно, даже любой какой-то болезни, которая у вас есть. У меня есть друзья, они живут во Франции, и они с помощью секса вылечили свою подругу от рака. Вот, они, в общем, у нее была последняя стадия, терминальная. Ее врачи закрыли в больнице, кололи там химию, облучали всякими, не знаю, там, радиотерапия и все остальное. И, в общем, она уже была близка к смерти, практически уже закончилась. Они забрали ее из больницы домой, трахали ее, как сидорову козу, 2 месяца, и что вы думаете? Она выздоровела. Вот, и для меня это, например, история того, что все болезни от головы и рак в том числе. Вот так. Кому нравится история? Ну-ка, поставьте сердечек. Вот, это, кстати, не единственная история, того, как с помощью секса лечились различные заболевания. Ну, если у вас есть такие истории, пишите мне их тоже, это очень интересно. Спрашивают, после секса наступает чувство опустошения, и я хочу остаться один. Что с этим делать? Это довольно частое ощущение, которое возникает у мужчин. Мне кажется, что любому мужчине это знакомо. На самом деле, я вам, парни, вот что рекомендую. Попробуйте не заниматься сексом ради секса, а познакомиться немножко с девушкой поближе, узнать ее как человека до того, как заниматься с ней сексом. И вот это ощущение опустошения, которое вы испытываете, это очень типичное ощущение для мужчин, потому что когда вы кончаете, парни, вы теряете много энергии. У вас реально очень много энергии уходит в пространство. Вот, и вы, естественно, хотите после этого поспать, поесть, в общем, как-то восстановить эту энергию. Вы вовсе не настроены на общение с девушкой. Вам многих это вообще пугает. Вот если вы перестанете терять энергию, как вариант, да, начнете заниматься энергетическими практиками для того, чтобы сексуальную энергию сохранять, а не терять.
тогда у вас не будет возникать такого ощущения опустошения. Или если вы, например, вместо того, чтобы отворачиваться к стене, пытаться заснуть и все остальное, если вы начнете наблюдать за своими ощущениями, признавать, что у вас есть ощущение опустошения, поговорить об этом с девушкой, про свое личное ощущение, да, это реально будет гораздо лучше, чем если вы просто пытаетесь сделать вид, что ничего не происходит. Потому что она все равно чувствует. Она чувствует, что у вас это опустошение, что вам не хочется разговаривать и все остальное. И она начинает думать, что она что-то сделала не так, что она неправильная, что вам не понравилось и все остальное. То есть девушки обычно так и думают вот это все. Вот. Если вы вместо этого просто с ней поговорите, во-первых, ей будет гораздо легче, во-вторых, вам будет гораздо легче. Скорее всего, вы поймете, что с вами происходит, и это ощущение вас отпустит. Касательно любых эмоций, которые происходят с человеком, как только мы перестаем делать вид, что это не происходит, это ощущение перестает быть таким страшным, оно перестает пугать, перестает оттягивать нашу энергию, и нам становится гораздо лучше. Иногда просто проговорить это в своей собственной голове, что я чувствую вот это, или проговорить вслух с партнером, решает реально все проблемы и все вопросы. Вот поэтому разговаривайте, пожалуйста, друг с другом. Это работает гораздо лучше, чем пытаться как-то все замалчивать. Вот спрашивают, Зап, милая, как же научиться испытывать оргазм с мужчиной? Класс, давайте расскажу. Но на самом деле вот этому как раз и посвящен тренинг секс-просветления, который я веду только для девушек, простите, парни, только для девчонок. Для парней на самом деле тренинги ведет мой муж Джон, его тоже можно найти в сети, ВКонтакте у меня, например. Вот, и как же научиться испытывать оргазм с мужчиной? Для того, чтобы научиться испытывать оргазм с мужчиной, нужно, во-первых, признать, что только мы, дорогие девушки, отвечаем за свое собственное удовольствие. Что это значит? Нам нужно узнать, что нам доставляет удовольствие, от чего нам, скажем так, приятно. Нам нужно познать свою сексуальность. Нам нужно понять, что мне нравится, что мне не нравится, что вызывает мое возбуждение, что привлекает меня, что меня пугает в сексе, что является моим фетишем, да? И вот, кстати, говорят, что голову нужно выключить. Знаешь, на прошлом тренинге мы выяснили, что голову-то как раз на самом деле не нужно выключать, ее нужно правильно включать. То есть, если мы просто выключим голову, что происходит? Мы просто будем улетать в какой-то там транс и не будем понимать, что с нами происходит. А во время секса на самом деле все самое интересное и происходит. Зачем же нам тогда забываться и отключаться? Наоборот, нужно включить голову и изо всех сил наблюдать за тем, что же со мной происходит. То есть наблюдать за ощущениями в теле, наблюдать за эмоциями, наблюдать за мыслями, за дыханием, за партнером. Это вообще самое прикольное. То есть не надо забываться и выключать голову. Наоборот, ее надо включить на 100%, и тогда секс будет вообще просто великолепный. Это, конечно, не самое простое дело. Очень часто наш ум пытается думать всякие ненужные мысли, и это отвлекает. Вот как раз для этого существуют тренировки типа медитации на ощущения. Очень рекомендую. Ну и это, в общем-то, можно делать прямо во время секса. Медитировать на свои ощущения. Вот такая история. На тренинге секс-просветление, чем мы занимаемся с девчонками? Мы прорабатываем разные аспекты. Мы, в принципе, разбираемся, а что такое секс. Мы работаем с телом, то есть выясняем, что такое женская анатомия, из чего она устроена, где находятся какие эрогенные зоны и все такое. Мы разбираемся со своими эмоциями, с психологическими травмами, с блоками и учимся их отпускать, для того, чтобы они не мешали нам получать удовольствие. Вот, и последний момент, о котором мы проговариваем, который мы разбираем и на практике тоже разбираем, это управление энергией. Вот, то есть мы учимся управлять своей сексуальной энергией, наблюдать за ней, и мы учимся испытывать оргазм вне зависимости от того, что делают наши партнеры и как мы на это реагируем и все остальное. Тренинг на самом деле очень-очень насыщенный, то есть происходят вебинары и затем очень много домашнего задания, так что прямо в течение 15-20 дней приходится каждый день заниматься
своей сексуальностью. Вот. И результаты у девчонок просто великолепные. То есть, наверное, я бы сказала, что 60% написали мне, что они испытали такой вид оргазма, который они не испытывали раньше, или, в принципе, испытали оргазм. Около 80% девчонок написали, что отношения с парнями в сексуальном плане, там, с мужьями, с парнями стало гораздо лучше. Вот. И, в общем, я сама, честно говоря, в шоке от того, насколько это хорошо работает, вот этот тренинг. Поэтому я теперь всех приглашаю. Дорогие девушки, вот заходите вот сюда, zapforme.ru, и там вы найдете все подробности. Сегодня последний день, когда можно поучаствовать со скидкой. То есть вы можете реально гораздо дешевле это сделать. Мы припасли для вас несколько тарифов от самого-самого дешевого для тех, у кого, ну, такая стесненная финансовая ситуация, и до прям вообще шикарного VIP-тарифа, во время которого мы будем напрямую с вами работать. Вот, и поэтому я вас приглашаю, присоединяйтесь, у вас тоже будут великолепные результаты, если, конечно, вы будете от души работать. Тогда я вам это гарантирую. Вот так. Ну что же, еще вопрос. Задавайте прям конкретные вопросы, а то пишут, вот расскажи про оральный секс и все остальное. Ну, что про него рассказывать? Про него можно вообще там годами говорить, и все равно будет непонятно. Вот, где найти адекватных полиаморов? Адекватных полиаморов можно найти, например, на встречах нашего клуба «Свободная любовь», которые происходят в Москве и в Санкт-Петербурге. Вот, приходите на открытые встречи, общайтесь, и там вы найдете полиаморов, то есть людей, которые открыто, достаточно расслабленно смотрят на жизнь, можете с ними пообщаться. Такие встречи периодически происходят с моим участием и без моего участия. Я обычно о них объявляю у себя на стене ВКонтакте, то есть зайдите и вы увидите там объявление об этом. Но вот следующие встречи со мной будут в июле. В начале июля в Москве и в Санкт-Петербурге соберется клуб дискуссионный «Свободная любовь». И мы будем обсуждать там, будем обсуждать наш опыт полиамории. Вот спрашивают, как выглядит оргазм? Тоже классный вопрос. И мы тоже им на тренинге секс-просветления много занимаемся. На самом деле, девчонки, вот самая большая проблема, которая возникает у девчонок, это то, когда они думают, что оргазм это вот как то, что выглядит вот так. Они где-то увидели там в фильме в каком-нибудь про Джеймса Бонда, что там они занимаются сексом в течение 3 секунд, и она такая бурно кончает, царапает ему спину и все остальное. И девчонки начинают думать, что вот так и должен выглядеть оргазм. А если я не ору, если я там бурно не дышу, не извиваюсь и не царапаю ему спину, значит, я вроде как и оргазма тоже не испытываю. Это все полный бред. Оргазм может выглядеть реально как угодно. Если попытаться описать оргазм, то мы выясним, что это мощные ощущения, которые мы испытываем, которые позволяют нам познакомиться с новым ощущением себя, раздвинуть наши границы. И эти ощущения, как правило, приятные, но это не всегда бывает так. И они, как правило, интенсивные, но это тоже не всегда бывает так. Иногда они бывают очень тихими, очень мягкими. Иногда они бывают в форме просто расслабления. И иногда они сопровождают нас вовсе не в процессе секса. Например, вы можете посмотреть кому-то в глаза в метро, и между вами пробежит такая искра, от которой вам станет очень жарко и разольется по телу приятное ощущение. Представьте себе, и это тоже оргазм. Или вы можете приехать в какой-нибудь новый город и увидеть там великолепную архитектуру, от которой вас захватит дыхание, и вы прямо расплачетесь от восторга. И это тоже будет оргазмом, просто это будет визуальный оргазм. Вот представьте себе, оргазм может быть реально какой угодно. Вы можете испытать гастрономический оргазм, ментальный оргазм от того, что вы на ментальном уровне соединились с человеком, ну, в ходе беседы, например, какой-то, и вам стало очень хорошо. Вот, и точно так же вы можете, естественно, испытать оргазм в сексе. И возможности, которые секс для этого предоставляет, они просто невероятные, они огромные. В общем, я вам всем желаю испытывать побольше самых разных оргазмов. Вот. Наташа спрашивает, если единичный глубокий оргазм превратился во множественный? Наташа, я вас поздравляю, если у вас это произошло. Это просто великолепно. Как раз, я не знаю, наверное, то, что всем стоит испытывать. Это круто.
Вот, спрашивают, как найти меня в ВК. Если вы найдете в ВК зап, то это будет мой профиль. Вот, там, в общем-то, я со своим лицом прямо на аватарке. Спрашивают, может ли вагинальный оргазм быть достигнут без стимуляции клитора? Да запросто, вообще не вопрос. Может быть достигнут даже без стимуляции вообще чего угодно. Вот. Еще вопросы задавайте. Вот Азария спрашивает. С мужем 4 года испытывал только клиторальный оргазм. После развода с новым партнером уже не чувствуешь. Ага. Вот. Ну что же тогда делать в таком случае? Мне кажется, что, возможно, ваш развод не очень позитивно повлиял на ваше психологическое ощущение, и вам стоит конкретно расслабиться и проработать свою сексуальность. То есть снять какие-либо неприятные ассоциации, которые связывают вас теперь с сексом, да, снять какие-то ожидания, привычку заниматься с вот именно с этим партнером сексом и попробовать что-то новое там с вашим настоящим партнером или с самой собой. И тогда вы просто снимете некий блок, некую привычку получать оргазм стандартным способом и начнете получать его разными другими способами. Вот так. И еще вопросы, пожалуйста, в чат. А кому нравится то, о чем идет речь, поставьте сердечко. Что если девушке больно при сексе? Окей, давайте разберемся с болью при сексе. Как правило, это является показателем того, что она очень напряжена. Она может быть абсолютно расслаблена, как ей кажется, на каком-то таком уровне ума, но если она подсознательно не принимает своего партнера или не принимает свою сексуальность, значит, она может испытывать боль во время секса, она может быть напряжена внутри. То есть вагина девушки на самом деле является таким транслятором того, что происходит у нее в подсознании. Что значит не принимает свою сексуальность? Если она испытывает по поводу своих сексуальных проявлений вину, стыд, если ей страшно заниматься сексом или она боится мужчин, да, то тогда она может испытывать боль во время секса, не принимая мужчину, да, то есть ей страшно с мужчиной находиться там вместе в комнате или еще что-то, или ей страшно, что он может сделать ей больно, она начинает зажиматься и тогда начинает действительно испытывать боль. И таким образом она его отвергает. Либо это может быть подсознательное желание манипулировать мужчиной, да, управлять им. Она начинает испытывать боль для того, чтобы потом, даже не говоря ему, но просто это чувствуя, она будет так себя вести, как будто бы вот, ты мне больно сделал, ты провинился, поэтому давай делай мне теперь что-нибудь в ответ, то, что я хочу, потому что вот, я же ради тебя терпела боль, а ты тут теперь, вот, в общем, вот так вот она пытается мужчиной манипулировать. Вот. Спрашивают, 20 сантиметров пиписька, девушкам больно, что делать? Девушку нужно хорошо-хорошо разогревать. Девушке нужна долгая прелюдия, особенно, парни, если у вас большой член. Ну, опять-таки, как я уже в начале трансляции говорила, это зависит от того, какой размер у нее влагалища, но если она говорит, что ей больно, во-первых, ее нужно физически разогревать, то есть давайте там пальцами, языками и все остальное работайте. И, во-вторых, нужно с ней разговаривать о сексе для того, чтобы снимались блоки на тему секса и у вас, и у нее. Тогда ей будет гораздо проще с вами расслабиться и гораздо проще, ну, не знаю, испытывать с вами удовольствие и не испытывать боли. А то, что у вас такой прекрасный, замечательный член 20 сантиметров, это вообще удача. Вот так. Еще вопрос, пожалуйста, в чатик. Покажи фигуру. Нет, не покажу я фигуру. Угу. Можно ли членом сломать нос? Ну, не знаю, если хорошо размахнетесь, наверное, можно. Вот. А вы гинеколог? Почему тема о сексе? Я не гинеколог, я секс-коуч. Я занимаюсь коучингом на тему секса, помогаю людям раскрыть свою сексуальность и познакомиться с собой, стать счастливыми, расслабленными, гармоничными на тему секса. Вот поэтому я веду трансляции и тренинги на эту тему и приглашаю всех девчонок на тренинг секс-просветления. Зайдите на сайт по этому адресу, и там будет написано, как в нем поучаствовать. Очень рекомендую. Вот. Ну что же, у нас прошло уже 35 минут нашей трансляции. О, как избавиться от стыда за свое тело? Третий раз спрашиваю. Спасибо тебе за терпение. Как избавиться от стыда?
Нужно наблюдать за этим ощущением и смотреть, а почему оно возникает, да, то есть при каких обстоятельствах оно возникает, что конкретно ты начинаешь думать, когда оно у тебя возникает. Вот, и прорабатывать это, отпускать это, спрашивать себя снова и снова, почему я испытываю стыд, как он проявляется, при каких обстоятельствах. И когда снова испытываем стыд, вот в этой ситуации, не пытаться как-то от него отгородиться, а пронаблюдать за всеми ощущениями, которые возникают, все их принять, все отпустить. И тогда вы увидите, что стыд постепенно уходит. Очень рекомендую, кстати, девчонкам, для того, чтобы принять свое тело, раздевайтесь, вставайте перед зеркалом и рассматривайте себя голой. Рассматривайте, как выглядят ваши груди, ваша попа, ваш живот и все остальное. И когда вы это делаете, хвалите себя, говорите себе благодарности, говорите себе о том, как вам нравится то, что вы видите. Я знаю, что девчонки, которые в первый раз это пробуют сделать, им это очень сложно дается. Их как раз стыд и останавливает. И вот если вы чувствуете любое сопротивление, когда вы пытаетесь сделать это упражнение, не останавливайтесь, все равно продолжайте делать. Вот, на самом деле я и парням рекомендую делать то же самое, потому что в нашем современном обществе существует табу на член, и парни очень часто стесняются раздеться при девчонках и просто показаться вот так вот голышом со своим членом, там еще не стоячим, например, а обычным, нормальным. Вот, поэтому я парням тоже рекомендую, разглядывайте себя в зеркало, хвалите себя, для того, чтобы вы, оказавшись в секс-ситуации с девушкой, не стеснялись показаться ей так, как есть. Вот так. Спрашивали также, как избавиться от чувства вины. Это гораздо более глубокая психологическая работа. Если вы чувствуете вину, ну, очень рекомендую почитать книгу «5 травм Лиз Бурбо». Это канадский психолог. И вам, может быть, во многом станет понятно, почему вы испытываете вину, откуда ноги, так сказать, растут у этого чувства. И точно так же, как вы поступали со стыдом, постоянно просматривайте это чувство. То есть задавайте себе вопросы, почему вы испытываете вину, а есть ли необходимость все еще ее испытывать, или можно уже отпустить. Потому что прошлое остается в прошлом. Иногда нужно просто отпустить. Это было и прошло, а вы продолжаете жить. И если вы хотите жить счастливо, это нужно делать прямо сейчас, не отвлекаясь ни на какую вину и просто не портя себе настоящее. Вот так. Спрашивают, вредно ли мастурбировать. Слушайте, ну, я думаю, что не вредно мастурбировать. Наоборот, иногда очень даже полезно, если это происходит в меру, скажем так. Это точно так же, что вредно ли есть гамбургеры. Если вы питаетесь только гамбургерами, это очень вредно, и вы очень быстро умрете. А если вы при этом еще здоровой какой-нибудь пищей питаетесь и только иногда себе позволяете гамбургеры, то все нормально. Точно так же, если вы дрочите по 7 раз на дню, то, блин, можно, наверное, чем-нибудь более полезным заняться. А если вы просто периодически используете мастурбацию для того, чтобы узнать что-нибудь новое о себе, сбросить напряжение, какие-нибудь новые техники попробовать, то мне кажется, это вполне полезная штука. Вот спрашивают, во время ссоры с молодым человеком, после ссоры с молодым человеком пропадает желание заниматься с ним сексом. Девушка спрашивает, плохо ли это? Ну, во-первых, я всем слушателям рекомендую, в принципе, избавиться от такого дуалистичного сознания хорошо-плохо. Никакого хорошо и плохо не бывает. Бывают только наши действия и их последствия, поэтому хватит уже идти на поводу этой христианской концепции, в рай и в ад вы потом не попадете, переставайте думать, что мир это черное и белое, больше никак. Если девушка испытывает такое ощущение, что у нее пропадает желание после ссоры с молодым человеком, если честно, это совершенно закономерно, потому что как работают девушки? Девушки для того, чтобы захотеть секса с молодым человеком, ей сначала нужно в голове чувствовать себя комфортно, чувствовать себя в безопасности. После этого, как бы, ее ощущения переходят ниже, в центр. Тогда если она себя комфортно и безопасно чувствует с молодым человеком, то она начинает испытывать к нему позитивные эмоции. Если здесь тоже все хорошо, энергия опускается еще ниже, и тогда она начинает испытывать к нему сексуальное желание. Если же она с ним поссорилась,
то у нее уже никакого комфорта вот здесь в голове нету. Она уже чувствует себя небезопасно, и поэтому, естественно, что ей никакого секса нету. Для того, чтобы начать заниматься сексом с девушкой, нужно, чтобы она успокоилась, чтобы ее отпустила, чтобы она перестала быть в состоянии конфликта с молодым человеком, тогда уже можно заниматься сексом. И вот, девчонки, если у вас такие ситуации происходят, я вас очень прошу, пожалуйста, не заставляйте себя заниматься сексом, потому что надо. Если вы чувствуете, что у вас мира в душе по отношению к этому человеку нету, не занимайтесь сексом. Ради себя и ради него, потому что вы тогда будете воспринимать... Вы будете себя насиловать, а воспринимать как насильника будете его. Вот это очень-очень нездоровая ситуация. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас все еще конфликт, поговорите об этом с ним, поговорите об этом с собой, пропишите, не знаю, на бумаге, ручкой, все, что вы чувствуете. В общем, разберитесь с этим, но ни в коем случае не бросайте ситуацию такой, какая она есть, решайте. Вот. Ой, класс. Вася спрашивает, что делать, если тебе нравится девушка, ты боишься ей об этом сказать? Вася, пойди и скажи. Лучше всего твой собственный опыт. Мунстар спрашивает, как часто у тебя бывает секс? Слушай, это зависит от того, где я нахожусь, присутствует ли в этот момент жизни мой партнер, или его рядом со мной нету. Вот я, например, уже 2 недели путешествую по Азии, партнера со мной нету, поэтому секс у меня бывает не слишком часто, пару раз в неделю с самой собой. А когда мои партнеры вместе со мной, то мы занимаемся сексом достаточно часто. И вопрос о том, сколько заниматься сексом, это вообще очень интересный вопрос. На самом деле, не знаю, там, женские журналы пополам с психологами ломают копии на тему того, а сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, сколько это нормально, да? Вот я считаю, что заниматься сексом нужно столько, сколько вам нужно. Вот лично для вас сколько хорошо, вот столько и занимайтесь, да? Потому что если вы занимаетесь недостаточное количество раз, значит, вам нужно заниматься побольше. Если ваш партнер не удовлетворяет ваши потребности на эту тему, значит, не знаю, ищите какие-то, не знаю, уловки. Занимайтесь сексом сами с собой или сделайте открытые отношения, занимайтесь сексом еще с кем-нибудь. Вот. А если у вас на эту тему с партнером несовместимость, например, вам хочется раз в неделю, а ему 3 раза в день, ну что, значит, надо искать какой-то компромисс, ему каким-то образом сублимировать свою энергию в другие виды активности, а вам, например, работать над тем, чтобы разбудить свою сексуальность и чувствовать, например, побольше желания заниматься сексом, или в конце концов договориться о том, как вы другим образом будете решать этот вопрос. Наличие оргазма у женщины зависит ли от ее расслабленности? Да, именно так. Если женщина умеет расслабляться, если она способна отпускать ситуацию, то ей испытать оргазм будет гораздо проще. Именно поэтому женщинам очень важно учиться расслабляться, отпускать какие-то причины психического напряжения, отпускать причины физического напряжения. Уж точно женщинам не нужно упахиваться на работе до такого состояния, что им вообще ничего не хочется, потому что тогда испытать оргазм очень-очень сложно. В общем, да, учитесь, девчонки, расслабляться, вам тогда будет испытать оргазм просто невероятно проще. Расскажите, пожалуйста, про первый анальный секс, как к нему подготовиться? Слушай, это такая большая тема, что про нее не то, что там до конца трансляции не рассказать, можно просто днями рассказывать и не рассказать все. Так, мне кажется, что у моего мужа есть обучающее видео на эту тему. Отправляйтесь-ка на сайт к моему мужу, можете найти его ВКонтакте, его зовут Джонни Бой, или можете к нему на сайт зайти sexworkout.net и найти обучающее видео на тему подготовки к анальному сексу. Кстати, такие обучающие видео есть и в торрентах, вполне себе подробные порнозвезды, например, Джессика Дрейкс, по-моему, сняла обучающее видео по анальному сексу. Вот, можете скачать это видео и посмотреть, что они там рассказывают, и попробовать сами. Но только не забывайте о том, что порнозвезды это делают совсем не так, как нормальные люди. Они уже давно все подготовлены и сразу начинают долбиться, так что прямо страшно становится. У вас все будет все совершенно по-другому. В общем, желаю вам успеха на эту тему, а как-нибудь сделаю, наверное, тренинг и на эту тему тоже, и расскажу девчонкам. Как меня найти ВКонтакте? Зап, Зап меня зовут, у меня на профиле черно-белая фотография, добавляйтесь в ВКонтакт, и я там тоже пишу об этом.
Ну что же, у нас уже прошло целых 45 минут моей трансляции, и можно потихонечку закругляться. Сегодня будет покороче. Кому понравилось, ставьте сердечки. Тыкайте пальчиком прямо на экран, и будут сердечки появляться. Я вам за это очень благодарна. Рада, что вам нравится. Вот. В ближайшее время, я думаю, что мы сделаем еще трансляцию на какие-нибудь темы. И следующие трансляции, скорее всего, будут уже только для тех, кто на меня подписан. Поэтому, если вы хотите увидеть следующую трансляцию, добавляйтесь, подписывайтесь на меня в Перископе, и тогда я вас приглашу. Ну и, конечно, вы можете эти трансляции пересматривать. Я обычно их скачиваю с Перископа, и потом их можно увидеть на Ютубе. Вот. А всех девчонок я жду на тренинге секс-просветления. Заходите вот на этот сайт, там написаны все подробности. И до новых встреч в эфире. В эфире. Спасибо всем. Всем привет из Гонконга. Класс. Пока-пока. Ух.